Блядь, а там еще, а не в другую сторону. Давай, я правого. Ты левого. Окей. Быстрей, снимаем. Сняли. Впереди двое. Я левого, ты правого. Окей? Окей. Снимаем. Как? Почему? Блядь. Блядь, он до сих пор живой. И твой тоже живой. Ой, блядь, ставим и валим отсюда нахрен. Да, блядь, он не ставится, сука. Да все пиздец. Иду. Да все, мы, мне кажется, мы не уйдем. Да давай, давай попался, попробуем бежать. Давай. Пиздец какой-то. Что мы, делаем, блядь? Ой, бля. Откуда? Ну откуда, блядь? Сюда едет машина. Ой, ё. На-на. Осколочная. Ебать, ебать, ебать. Давай. Давай. Блядь. Ты где? Ну где, блядь, что за хуйня? Я не вижу, блядь. Насколько? Блядь, я не добежал до тебя. Я почти был... Вообще, блядь, не вижу, блядь. Все, мне просто не смешно просто, все. Да не смешно вообще. Да что ты, сука, ржешь, блядь? Хули ты ржешь, нахуй? Нету, блядь, тут никого. Как они тебя заметили? Как они, блядь, тебе... Ой. Я заметил, что тут каждая миссия полный пиздец. Нахуй, блядь, это делать? Чем дальше, тем хуже. Да, и никакой не контрольной точки, бля. Всё, ждем. Будешь готов, скажешь. Окей. Подожду, пока не отойдут. Я готов. Снимаем. В следующий раз делаем так же, только ближе к ним подойдем, чтобы они точно сдохли. А то они не поддыхали еще. Сюк-сюк-сюк-сюк-сюк-сюк-и. Может, какой-то фапающий. Не став, я сниму типов. Подожди, машина, машина, подожди, машина заметит. Бля, машина как близко. А чё, раньше ж не было ее? Уходим, 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 уходим. Бля, куда ты пошел? Они меня уже заметили. Все, жопа. Ой, блядь. Приготовиться. В такой метели охрана тебя. Так, подожди. Я взял снайперку себе. Ты взял? Да, я себе снайперку взял. Удачи. Чувствую, мы только сегодня одно запишем и все. Ебать, как будто, блядь, Call of Duty Modern Warfare 4 проходим, блядь. Хули такая длинная спецоперация, пиздец. Хули такой дерзкий, блядь. Так, ждем, пока не отойдут. Куда ты, вот, блин, не знаю, я не хочу пиздеть просто. Куда ты пошел, я это не могу понять. Так, я стою на месте, я жду, пока... Нет, когда я говорю, отходим, отходим, ты пошел прям к машине. А, так. Я готов. Снимаем, снимаем. Кто поднимает тревогу? Кто, блядь, нас заметил, блядь? Блядь, пошли от них. Ну их нахуй, заебали, блядь, твари ебучие, блядь. Валим в самое начало миссии. Будто ничего не произошло. Ля, тупо. Они что, не заметили? Так,
А что не заметили? Ой, ебучая снайперка. Ебать, тут патронов много, пиздец. Тупые нахуй мрази. Тупые мрази, мрази тупые, тупые мрази, мрази тупые. Может, подрочить? Подрочи, может, тебе легче станет. Блять, я не знаю, что уже ляпнуть. Пошел нахуй, тварь. Ой, Стас, что за бред? Что такое же? Блин, как они нас вообще заметили? Не понимаю, нахуй. Ой, блядь, я нихуя понимать даже не хочу, честно говоря. Ждем, пока эти пиздюки отойдут. Скажешь, когда, значит. Я готов. Ну, снимаем. Блять, опять. Заметили? В машине оставайся. Они тебя заметили, не хуй соси, пидор. Они тебя заметили, не хуй соси, пидор. Сука, блядь, мне хочется пизд... Блядь, я не могу, мне просто хочется пиздюлей, блядь, таких дать нахуй. Кому? Да хоть кому-нибудь. Сука, прикинь, так записывал там с кем-то вместе в комнате одной. Подошел пиздюлей, надал, все, записываем дальше. Блядь, я в шоке, я поражаюсь твоей... Тому, как ты радуешься. Я, блядь, уже меня просто вообще, я не могу, блядь. Блядь, я просто не могу, серьезно, я... Блять, я хуе, блять, почему все игры такие, блять? Вот у меня каждое прохождение взять, я везде нервничаю. Вот почему, блять, нет нормальной игры какой-нибудь? Я готов. Снимаем. Как вы увидели? Кого вы увидели? Почему раньше мы так делали, ничего, было нормально, все, сейчас хуйня начинается. Вот так я уже не вижу, это не первый раз. Почему? Скажи, пожалуйста. Не говори, не знаю, скажи почему. Я, блядь, шо. Потому что это пиздец, блядь. Разработчикам хочется по жопе надавать. Фу, блядь. Не хочется в том смысле, их, а срмя их нахуй, блядь. Нахуй завалить их просто хочется. А нет, диск дохнуть, взять блядь. Спецоперациями и завалить им в жопу. У меня уже нет слова просто. Я не знаю, блядь, я просто. Давай не стреляем, не подходим, подождем что-то, я не знаю, что-то вот подождем. Я готов. Буду. Сейчас скажу, когда. Я готов. Снимаем. Вроде бы не заметили. Да мы знаем. Валим. Ебать, я дебил. Шо я такое? Не то оружие поменял. Теперь меня не видно, кто где стоит. Ну иди за мной тогда. Машина едет. Тихо, давай подождем. Падю. Взрывчатку помнишь где ложить? Да. Иди ложи, я убиваю. Да. Иду. Иду к тебе. Мне кажется, сейчас машина подъедет. А нет. Вон двое идут. Так, ты кого берешь? Право. Тогда я лево. Готов? Да. Снимаем. Какого хуя? Стреляй больше и как-то надо ближе подойти. О, еще двое. Я лево. Блин, тогда право. Окей. Снимаем. Как? Они хуй мою нашли, они меня. Побежали быстрее. Бежим. Ебать, говно, а не оружие, пиздец, так мало патронов. Постоянно перезаряжаться, вот это пиздец какой-то. А у меня вообще второй это пистолет. Круто. Ну, у меня, по-моему, тоже, я не помню. Пошло нахуй. Пиздюк. Ай-яй-яй-яй-яй. Где, откуда, шо, где, откуда, шо? Вот они нас видят, я нихера не вижу.
Ух ё. Валим. Ай ё ё ё ё. Тихо. Приглашает вот этот ФД2, да. Зашибись, блядь, вот ФД2. Вы ранены в укрытие. Куда я, блядь, пойду? Да, блядь! Сука, ублюдок сзади. Ой, блядь. Беги, 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 беги. Бегу, бегу, бегу. Вы ранены в укрытие, я знаю. Давай. Ой, блядь. Да! Пиздец, это нахуй, я в шоке. Кто ЛФД предлагает? Да какой-то Хантен. Хантен вообще. Заебали с этим ЛФД, удали его нахуй. Заебали ему. Да главное, если даже его удалю, все равно приглашают. Опять миссия пиздец. Сильное сопротивление, пройдите через засады противника с полицейскими щитами. Миссия та в том, на той карте, которая запрещена, как бы, в нашей стране. А. С компанией. Оо. Написано Россия. Нас, на нас, да, русские идут. Жопа, да? Ну, мне не привыкать. Ты чё, Хрюшка, что ли? Ну да. Станислав Хрюшкин. Пройдите через осады противника с полицейскими щитами. Это как мы, блядь, пройдем нахуй? Ля, тупо, где щиток? Что делать надо? А, 30 метров, ну окей. Врача, врача, нам нужно врача. Блять, тупое оружие, блин. Нифига не вижу. Ой, граната, ой, молодцы. Прям уважаю, ребят. Ой, да, конечно. Чуваки с щитками пошли, зашибись. Стас, ты хотя бы тут? Там, 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 там. Какой я такой? Это я так сказал. Я же ничего не сказал вообще. Я бегу, я бегу, я бегу, 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 я бегу, я бегу, и на меня бегу. Я бегу, вот тут сидеть, давай тут сидеть. Бегу, бегу, бегу. Куда ты застрял, а? О боже, ты такой дебил. Я дебил, блядь, я дебил. Я дебил, потому что всем привет, с вами мини-гейм. Я это тоже помню. Нет, такого не было. Когда такой был? На, шумовую пизду. Пиздец, я в жоке нахуй. Я просто в жоке. Щитком идут. Я понял. Нет, Стасик! Подойди ко мне, по. Убей его! Не могу, у меня пистолет пропал. Перепрыгивай, перепрыгивай! Я не вижу ничего, я... красным. У меня полностью все красное было, я нифига не видел. Ебанутая игра, блядь, я не могу, блядь, ни одной миссии нормальной в этом. У нас точно ни, не будет, ни одна не понравилась. Не будет. Да это сразу понятно было, блядь. Ну мы каким-то старый перепройдем лучше, блядь, потому что... Где ну, там плохо, мы... Да-да-да. Ты старый. Да иди ты! Иди нахуй! Нахуй иди. Yeah.
Нахера мне дали дробовики, пиздец. А я его сменил сразу. Ебаный. А зачем мне пулемет? Я ебал эту игру. О, пиздюки с щитком идут. Помоги, помоги, помоги. Ебать их, о! У тебя щиток? Да. Гляньте, он без стекла. Он без стекла! Пи! А не с стеклом. А там пластик, по-моему. Или что-то типа пластик. Или титан. Я хер его, блядь, знает, но там, по-моему, не стекло. Если бы там стекло было, разваливалось бы. Ты чё, блядь? Не, главное это, когда мы возьмем щиток, нас убивают быстро. Когда они, блин, хер убил. Не, ну, титан я ляпнул, конечно, хуево, блядь, хуйню титан... какую-то, но там точно есть стекло. Да, блядь, а ну ты может... как на входе постоянно стоишь. Ляту по щитком ударил. Ляту не было, сука. Ты что, завалил щитком? Да. Я щиток взял на всякий пожарный себе. Может, тебя так буду поднимать. Мужики! Нихера себе стекло толстое. Да ёбаный в рот, блять, во все врезается, а. Убил. Ух ты, блядь, назад! Что такое? Пиздец там. Дышите. Дышите? Не дышите. Сука. Дышите. Не дышите. Дышите. Не дышите. Не дышите. Нахуй перезаряжаешь, пиздец. Нахуй ты кидаешь их, блядь. Не пойдем тебе по голове, уебал. Вот сюда командир пить. Вот опустись туда, посмотри, что там, ты охуеешь. Ого! Закидываем гранатами их, окей? Только я не хуя еще. А, вот я его. Закидываем гранатами, слышишь? Раз, два, три. Все, закончились. Граната. Убил щитком по голове. Ляд поглохли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Валим. Откуда он здесь? Ну откуда он здесь, блядь? Я его убил. Не иди, мне перезарядка. Ой, со щитком придурки идут. Придурки. Придурки со щитком. Тупо сзади убил его со щитка, сука. На, сука. На, сука. Надо видеть, ой. Неужели чисто? Ой, бля. На самая легкая миссия, наверное, выстрел была. Везде одна звезда, пиздец. Только не говори, ну что... Ну на сегодня последняя миссия. А. Миссия, где Шипрот нас убил. Ой, там надо джигурнаутов, походу, поубивать. О. А ты знаешь? Так я же в предыдущий раз говорил тебе, когда мы после записи. Да-да-да. Все, жопа. Да-да-да, это, блядь, все, это пиздец нам. Блядь, нам пиздец. Глянь на него. Уничтожьте снайперов в камуфляже элитных наемников и джигурнау. Джигурду, короче. Всю охрану здания. Вау! А чем этот Роуч занимался с этим? Интересно, почему раньше писали, почему сейчас не пишут, что нужно сделать для того, чтобы получить 3 звезды или 2? Не знаю. Раньше в загрузке писала, а сейчас не пишет. Может это просто когда ставишь 3 звезды, тогда пишет. А там что, звезды выставляются? Не знаю, короче.
Впрочем, ты пиздец. Я пиздюк? Да, ты пиздюк. Приготовиться. Ух ты, какая снайпелка. Вы это выдали вообще. Ой, уже. Уже, блядь. Начало уже зашло. Так, ладно, давай со снайперки. Что за бред? Убил джугурнаута. Но если мы будем на этом месте сидеть, то это нормально будет. Они к нам не пойдут. Ну они идут, но там совсем чуть-чуть. Вижу, да, издалека. Ну меняй. Я в здании уже. Ля, у меня стреляют, ты чё, охуел? Ебать, тут оружие, заходи. Да? Хо-хо-хо-хо. О, да-да-да. О, турелька. А, которая не... О, о. А ух мой. Вау, чё за... Ух, нифига, вау, нифига. Ты где? Как ты поднялся наверх? А вот. Да где это вся охрана здания? Я думал, тут она, они работает. За мной идут. Походу это легкая миссия, мне кажется. Да, ага, надеюсь, смотри, ага. Ну это пока, ну пока легкая. Честно, я не понял, откуда вообще стреляют. Бля. Еще 28 противников. Что их так мало? То, блин, толпу целую кидать, то мало очень. Как-то, не знаю, баланс не могут найти. Ля-ля, ля-ля. Мне кажется, если Crysis какой когда-нибудь выйдет новый, то там точно кооператив будет, потому что сейчас во все в игры внедряют кооперативы. Да. Да лучше, ну, блин, где вообще они все? Мне кажется, о, тут может посмотреть. Опа. Да ты шо, блядь? Мряженские танки обнаружены. Бля. Кто убегает? Зачем убегает? Ах ты гад! Нихера себе их толпа какая-то пошла, меня уже, блядь, ранили. Джигурнаут! Сука! Джигурда меня убил, Джигурда. А сейчас будут снайперки их валить, пока они сюда будут ходить, идти к нам. Там тысячу, ну это долго будет, мы в здании, блин, не можем выбивать. Не, они сейчас будут сюда к нам идти. Я побегу в здание. Окей, я тогда тоже побежал. Вали, 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 вали! На, сука. Перезарядка гребаная. Да... Наконец-то. Фух. Блин, снайперка вообще жесть. Ты сука. Да, где тут припасы? А, о, наверх. Да, блядь. Блядь. Извини. На 2, на 3, на 4, на 5, на 6. Этому пиздюку нужен врач. Не нравится мне, там
Врач сзади. Доктор врач. Доктор врач, короче, доктор. Доктор врач. Что-то новое. Ой, кто-то ебанулся. Еще кто-то ебанулся. Да, блядь, ну куда ты? Цель на 7 часов. Огонь на подавление. А ты, бля. Короче, хуйню маюсь. Ух ты, нихуя, нихуя, нихуя. Назад кинул. А-а-а. Блять! Да я надо, вали! Вали, 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 давай, давай, давай! Что-то РПГ. Есть! Йо-йо-йо-йо! Давай, 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 давай! Есть! Уходи, уходи! Козел. Ой, бля! Бля, я наверх поднялся. Ты его убил? Не знаю. Нет. Сука! Понял, что нет. Убил. Отлично. Вы были приглашены в группу Мы ненавидим рандомеров. Куда тебя постоянно приглашают? Не знаю. Блядь. Да бля, бля, бля. Опять же гранат, валим. Бля. Красный клан, классный. Йо. Помоги. Это твой клеймер, кстати. А мой? Йо. Бля! Вроде бы не идет. Ах ты гад. Бля, всё, извини, ну... извини, я не хотел. Не могу понять, это все это или чувак, какая-то атака будет еще одна. Я тоже не могу понять. Раз противников осталось. Где они? Чем найдешь? Одного замочил. Блин, они что, все там, что ли? Ай, ай. Так. Бля, как, блять, ну сейчас один из противников всего лишь-то. Ну что так убил? Убежать, а? Убил наконец-то.
Бля, может... Че, спустился? Ну, я так не вижу там никого. Там и снайпера, смотри. 6 противников. Сзади кто-то у меня. Еще 5. Ай, блядь, джаггернаут сзади! Твою мать! О, нихера! Куда идти? Светошумовая! Держи. Ты меня ушел. Да! Еще сзади кто-то. Козел. Два. Ты что за гернаут? Последний. Это последний. Убежали, он бежит. Я знаю, это последний человек. Хо! Фу, бля, это жопа какая-то. Ну что ж, за специалистом. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Это было много матов, нервов, жопа полная была. Ну, вы да, сами понимаете. Всем пока. Пока.